Дратути, дратути. Мы любим деньги, дайте нам деньги, больше денег. Бандл. Фу-фу-фу-фу-фу. А можно как-то сделать этих типов войдов? Войдов нельзя сделать, ребята. Так, метки это у нас ганнеры. Блин, прикольно, что у меня уже фронт закрылся по деборам. По дебоширам, давайте пробежимся быстро. У нас есть Сион из Ноксуса. У нас есть Фрильорд. Я бы, кстати, сыграл в Фрильорд с кайфом. Фрильорд это Dead Eye. Может быть, мы дебоширов и Dead Eye сыграем? В этом случае мы сможем закрыть Фрильорд, и у нас будут порезы. Оооо! Боже, боже, это такой гиперролл войдов жесткий. То есть, если они золотые, они получают 300 хелс, 30 атак дэмэдж и 30 абилити пауэр. Охренеть. Так, ладно, нет, в это мы не играем. Мы идем в бабки. Быть может, знаете, линия, где ты получаешь дополнительные всякие предметы, будет смотреться тоже хорошо. Есть уже Гинса. Мы с вами хотим играть в Офелия, правильно? Офелий — это фиолетовый чемпион. 4 золота. Офелий Таргон? Так, Джин у нас Dead Eye. И Ургот Dead Eye. Блин, даже 4 смотрится очень круто. 40% хп. Блин, мы ни хрена не можем сделать через спатулу сюда интересного. Меня это расстраивает. Мы бы могли с вами сыграть дебоширов и спылов. Через каплю сделать спылов и поиграть там через какую-нибудь керри лисичку или керри люкс. Есть люкса и лисичка. Офигеть, 144 маны у Джина. И стартует он с 44 и 604 здоровья у него. Прикольно. Так, ну давайте Гинсу сразу закрывать. Скорость атаки он увеличивает? Увеличивает. Ну, хоть на этом спасибо. О, как он долго заряжает атаку. Но оно того стоило, ребят. Реню мы не будем, наверное, использовать. Там есть лучшие рени, эти дебоширы. Реня слишком дешевый для нас. Кто из дебоширов прям танк-танк? Наверное, сначала на Вай, потом перекидывать на Сиджуани, потом вообще на Сиона. Да, думаю, Вай. Вай с щитами просто. 300 щита. Звучит интересно. Ой, мне кусь в лицо сделали. Ну-ка, 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 ну-ка. Скитыч тебе. Джин нравится. Кущ. А я могу посмотреть, вот кто у тебя? А, вот я могу. Тут Орн. А, тут Урф. Дрейвен. Это тоже через бабки. Урф. Урф. Ксинжао. Гиперролл. Ха-ха-ха. Сразу понятно, человек через Йордлов идет, да, Ксин? А, у нас все вкусняшки, короче, там дальше, да? С другой стороны, у меня экономика тут как бы мимо проходила. А че это я побеждаю всех? Почему никто не форсит? Что за лобби такое? Почему никто не бежит на 9 уровень уже на 2-6? Грибочками, грибочками всех. И в кусты, хоп, схоронился. Вот сюда. Ну разверни мощечку свою. Ага. Все, хоп. Ха-ха-ха, спрятался в елку. Нормально. Под елочкой сижу без палева. Бам, 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 бам. Ой, как приятно видеть, когда Джин вот так вот автоатакует. Жалко, он за один золото. Я бы через него с кайфом поиграл. Ой, больно кусаешься. Ой, больно в лицо кусаешься чистеньким. Фига себе, она подкоп сделала. Ой, в бэклайн зашла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ест меня. Не ешь меня, я невкусненький. Ай. Отдали нашу прекрасную серию, увы. Давайте композицию-то с вами вообще вот здесь вот все выстроим. Офелий — это прекрасно. Джин мимо пробегал, да. Два золота, по-моему, у нас стоит Эш. Да. Эш плюс. И кто еще из вас дедаев? Урготика будем ставить, правильно? Правильно. Фрильорд. Фрильорд однозначно да. Пока не будет этого Дебора, мы будем использовать Рексайку, я думаю. Либо Вай. Возможно, даже Вай лучше, потому что Рексай больше направлена на урон, а Вай, если что, потанкует. Это левел 7.
Неужели я сюда докидываю Сону? Вот этот тип, может быть. Блин, апаться стало прям сильно, сильно сложнее, ребята. Мне это не нравится. Давайте пока на чё это накинем. Цыгана забыл. Так зачем мне пятый, когда синергия из четверых максимально? А, из шестерых? Да ладно. Но ты эмблему никак не сделаешь. Да, ты эмблему никак не сделаешь. Тут фрильорд уже закрыт, ни хрена себе. Тарик фрильорд. А, это эмблемы, хорошо. О, Ургот бежит. Но я бы хотел... Подождите, пробив у меня будет. Я бы хотел грань. Я опять, смотрите, упарываюсь в атакующие предметы и забываю про дефы. Как-то не заходит, не эш. Ну, короче, хочется вкусняшек. Что думаете по поводу руки? Пусть будет. По критам у нас какая ситуация? 80%, 140. Пробив пойдет от фрильорда. Классно, дедай зашли. Оу, ты не закидываешь, да, скорость? Не дотягивается, он всего в две ячейки рядом стоящих. Я почему-то думал больше. Надо на 7 и поддать роллов, попробовать найти кошмара. Урготик. У тебя сколько рендж? Две ячейки. Четыре ячейки. Две ячейки. Ребят, ближе надо ставить. Ох, закопал по пояс. Скотина такая. Блин, Джараван крутой. 700 урона, 700 урона в глаз. Ни хрена себе, увидели это? У него 1000 урона. Он мне напоминает Кейтлин, ребят. Он мне напоминает Кейтлин, только на максималках. Еще туда куда-то в спину кому-то шмальнул. Блин, Джин крутой, ребята. Золотой Джин очень крутой. Оу май. Сюда. Афильтонтос. Хилы щиты увеличивает, да? Короче, в самую большую группу мы наносим урон 174 в радиусе двух ячеек. Блин, фронт ослабнет сильно. Фрильорд пошел работать. Собирает какие-то штуки и начинает разрывать, смотрите. Плюс 7. Дэмэдж. Еще что-то понасобирал. Накидывает, ну как-то мега медленно. Можно чуть быстрее накидывать. Ренджи приятные. Слушайте, мне он нравится. А мне он понравился прям. Неплохо. А я могу получить что-то еще от него? Оу, нет, я не могу его роль. Ну мы будем знать на next, окей. Какая-то ерунда. Так, я хотел закрывать фрильорд. Я хотел ставить жена. 4 dead eye. Вот она, грязь, ребята, вот она. Обжигает. Цыгана надо тоже поставить. Блин, я бы вообще на 8 сбегал, на 8 паролил. С 25%. Возможно, золотого поиграем, Офелия. Офелия крутой. Я забыл покров взять. Фу на меня. Так, ты вторым номером, тебя сюда. Ты всех там туда-сюда. Угу. Все, работаем. 4 дебошира хочу играть. Рексайку пока сохраню. Успел? Не успел? Успел. Гарн много дэмэджа делает, капец. Видели чистый урон? Видели? Фрильорд. Чистеньким нафигачил. На тебе в глоб просто. Уф. Хорош. Классная композиция. Контроль есть. Пробив есть. Урон есть. Что еще надо, ребята? Фронт есть. Просто топаем в next, и там с вами доролим все, что нам надо и не надо. Может быть, эмблему найдем? Вдруг так сложится, что найдем эмблемку. Из этого мы что можем прикольного сделать? Ну, ничего я не вижу. Поэтому я бы просто замутил деф и, возможно, вармошку. Либо горелка, либо вармошка, плюс аша получится вторая. Увы, нет. Давайте сиджу забирать с мечом тогда. Когда ты цыгана ставишь, у тебя музыка заменяется на «Ай, диги-диги, дай!» Оу! Девятый левел. Щит. Хорош.
У него тоже фрилерт. Неприятненько. Чё-то не пробился. Ты восьмой, да? Ага. А почему у нас чемпионов одинаково? А, у нас не одинаково, просто это фрильорд, окей. Джо, Тарик, Таргон. А зачем мне Таргон? Увеличивать щиты? Хилы и щиты? А щиты и хилы у меня где? У меня щит здесь. У меня щит здесь. О, да. Бастионцев еще тогда надо будет мне. Ургот вообще что? Что творит Ургот, ребят? Что он делает? Цыгана. Тарганианин. 18 щитов, Тарганианин. Тарганианин, вперед. Дефай. Грань. Кровопийца. Убийца великанов. Ты вообще, ну, ты что делаешь? Расскажи, пожалуйста. О, у тебя physical damage есть, щиты есть, кайф. У него щиты и physical damage. Ой, там чистеньким подзалетело. А чего ты не умираешь? А почему ты не хочешь? А умри, пожалуйста. А почему вы не умираете? Чего вы такие жирные, ребята? А чего у меня урона в вас не хватает вообще никак? А где урон родной три слота? Ургот не понравился. Ребят, давайте не с концами, хорошо? У меня тут планы наполеоновские были. Вай. Шен, нет. Тарик, да. Шайтан долой. Дави их. Ой, какая грязюка-то, господи, как хорошо стало на душе. Тимарек АПшный, правильно? Там Тимарек создает прям серьезных проблем, ребята. О, Ургот, золотой, сюда, малой, иди. Че там, молодежь? Собрали золотых, я тоже собрал золотых. Давайте биться. Будем с вами. Так, мужик, ты что делаешь? 1200 щита, 1200 урона. Нам надо Сиджу золотую собрать еще, по-моему. Как он разрывает, а? Как он разрывает? Ургот, кстати, тоже вообще не слабенький, я вам скажу. Да, посмотрите, он тоже неплохо себя показал. Пойдет, ребят. Я проверил, Ургота золотого... Фелия золотого можете сыграть. Я специально для вас старался, проверил. Что у тебя по урону? 450%. У них очень... У фигур очень пока что классный скейл в золото. Поэтому, мне кажется, в этом сете тоже может быть много гиперролла. Тут есть момент, что... выход в лейт подрезали, да? И лейтовые фигуры пока не скажу, что очень сильно балуют. Поэтому, возможно, мы увидим хороший гиперролл через синенькие фигурки. Синие фигуры вроде как скейл прям приятный. Посмотрите, как он живет, а как оно живет. Бастион надо докидывать, вот кто нужен. Нам нужен Ксанта. Может быть, Заун. Плюс химтек мод. Четвертый предмет. Секундочку. Это что? Ой, там бэклайн повзрывался. Хе-хе-хе-хе, слабак. Дайте нам дефы брать. Эту штуку я кину, наверное, на Сиошку. Пусть успевает хоть что-то сделать. Неплохо заехал в бэк, там вроде как подстанил всех, пойдет.
Кажется, я сильнее его. Кажется, он может сдаться. Ой, мы можем попробовать Сиджу собрать, да? Можем попробовать Сиджу собрать, ребята. Ты что делаешь вообще? Он сдался. Ну, я прям чувствовал, что он сдастся. Не даст что-то еще доролить, типа... Бог ему судья. И в ногу ему карандаш. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.